каждый год в городе Керчи проходит конкурс «Дорога глазами детей». Здесь участвуют дети от 5 до 17 лет, которым прививается с детства правила дорожного движения, знания. И свои знания они выражают в рисунках, в подделках, то есть показывают знания правил дорожного движения Российской Федерации. Пятый год мы в нашем центре проводим совместно с сотрудниками ГИБДД и сотрудниками управления образования. Проводим конкурс «Дорога глазами детей». Тема «Правила дорожного движения, соблюдение этих правил нашими детьми». По итогам конкурса будет известен победитель и продолжит соревнования на республиканском уровне в городе Симферополе. Будет там выявлен победитель.